Всем привет, я Лёха. А я Френд Марус. Почему все меня называют Френд Марус? Это «Делаем площадку в трафике». Сегодня наша тема – китайский мультфильм «Дракон желаний» или же «Вижу дракона». Наверное, старый. Нет, он совсем новый. На самом деле, он вышел только в этом году. Ты же смотрел его. Говорят, что он похож на сказку про Аладдина. Он похож только одним на Аладдина. Там тоже есть дракон, влезает из чайника, и он тоже исполняет желания. Тоже три, но там можно загадать больше желаний. Нельзя что-то другое, но я не помню, что. Раз он похож на Аладдина, значит, он похож на нашу телевизионную сказку «Старик Потапыч». А? Здравствуй, повелитель! Благодари небеса! Сейчас все твои желания из... О, деревенщина. Тебе понравился этот фильм? Кому бы ты порекомендовал его посмотреть? Я бы порекомендовал его посмотреть 6+, но некоторые мои друзья мне говорили, что шестилетки его не поймут. Хотя я считаю по-другому. Фильм мне так понравился, что я еще с микрофоном съем. Смотрите наши следующие выпуски. А также приходите на нашу киноплощадку Твардовского 13. Всем пока!